Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания спицами простого узора. Данным узором я буду провязывать кардиган для мальчика. В принципе, такой же узор можно использовать и для вязания изделий для девочек. Ну, сюда можно стразинку, бусинку добавить. И также этот узор можно использовать для вязания взрослых изделий, добавляя что-либо в центр, как-то усложняя этот узор. Мы же с вами провяжем только эту часть. Что еще хочется отметить, оригинал данного узора выглядит так, схема. Я провязывала по ней, это шишечки внутри, и мне такой узор очень не понравился, поэтому я оставила только эту часть, без внутренних шишечек. Для вязания данного узора я использую Alize Lana Gold пряжа. Это полушерсть, 100 грамм на 240 метров. И спицы, которыми я буду провязывать весь кардиган, это спицы номер 4,5. Ими же я провязываю узор. Схема данного узора выглядит так. Она выполняется на 14 петлях, этот узор. Затем между узорами провязываются 2 лицевые петли. Я дополнительно их добавляю к узору, то есть раппорт у меня составляет 16 петель. Провязываю дважды 16, 16 и 2 петли добавляю для симметрии лицевые. Получается 34 и плюс 2 кромочные. То есть для образца я набираю всего 36 петель. Беру пряжу, спицы и обычным способом набора набираю 34 рабочих и 2 кромочные петли. То есть общее количество 36 петель. После набора петель выполняю вязание нескольких рядов резинки 2×2. При этом в образце я кромочные буду провязывать в лицевых рядах лицевыми, в изнаночных рядах изнаночными. Первую кромочную лицевой и теперь резинка 2×2. 2 лицевые, 1, 2. 2 изнаночные, 1, 2. И повторяем. 2 лицевые, 1, 2. 2 изнаночные. 1, 2. Довязываем первый ряд до конца. Довязав первый ряд до конца, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная тоже лицевой. Вязание разворачиваю. Второй и все изнаночные ряды провязываются по рисунку. При этом кромочные первая и последняя всегда в изнаночных рядах. Я провязываю изнаночными. Изнаночная. Теперь смотрим. Бугорок. Значит, петля изнаночная. 1. Бугорок. Петля изнаночная. 2. Здесь бугорка нет. Значит, петля лицевая. 1, 2. И повторяем. Бугорок изнаночная, 1, 2, открытая петля, лицевая, 1, 2. Провязываем второй ряд до конца и затем выполняем вязание резинки в высоту несколько рядов. Резинку я провязала 12 рядов, а теперь провяжем один ряд уже с учетом схемы, при этом этот ряд повторяется один раз. Кромочная лицевой, 2 лицевые для симметрии, добавленные 1, 2. Следующие 16 петель будут провязываться дважды. При этом под камерой я провяжу один раз. Итак, выполняем 2 изнаночные, 1, 2. 2 лицевые, 1, 2. 6 изнаночных, 1,
два, три, четыре, пять, шесть, две лицевые, раз, два, две изнаночные, раз, два, и две лицевые, раз, два. Эти две лицевые и есть центр нашего образца. Затем повторяем 16 петель еще один раз и последнюю кромочную провязываем лицевой. Второй ряд изнаночный. При этом в изнаночных рядах первую и последнюю кромочную я буду провязывать изнаночными, а все остальные петли провязываются по рисунку. Кромочная, изнаночная и дальше смотрим. Бугорок также. Раз, два, изнаночными. Бугорка нет, петля лицевая. Раз, два. Бугорок изнаночными. Раз, два. Бугорка нет, лицевыми. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть и так далее. Провязываем второй ряд до конца. Первые два ряда у нас провязаны. А теперь смотрите, третий ряд, и с этого ряда начинается сам раппорт узора. Кромочная лицевой, две лицевые, раз, два. Следующие 16 петель раппорт узора. Две изнаночные, раз, два, две лицевые перенести на вспомогательную перед работой. Следующие две изнаночные провязать, раз, два, со вспомогательной две лицевые возвращаем на рабочую спицу и провязываем их лицевыми, раз, два. Две изнаночные, раз, два. Следующие две изнаночные перенести на дополнительную спицу, за работу оставить. Следующие две лицевые провязываем, раз, два. Со вспомогательной две изнаночные возвращаем на рабочую спицу и провязываем их изнаночными, раз, два. Две изнаночные, раз, два, и две лицевые, раз, два, они центральные. Провязываем эти 16 петель еще один раз. Кромочную лицевой, следующий четвертый изнаночный ряд, все петли по рисунку. Вязание пятого ряда узора. Кромочная лицевой, две лицевые, раз, два. Раппорт узора 16 петель, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 петли перенести на дополнительную перед работой, 2 петли перенести на дополнительную за работу. Далее провязываем 2 лицевые, раз, два, возвращаем на рабочую спицу 2 изнаночные, которые у нас за работой, провязываем их изнаночными, раз, два, возвращаем 2 лицевые, которые у нас перед работой, на рабочую спицу, и провязываем их лицевыми, раз, два, четыре изнаночные, раз, два, три, четыре, две лицевые, раз, два. Раппорт узора провязать еще один раз. Следующий изнаночный, шестой ряд, все петли по рисунку. Седьмой ряд узора, кромочная, лицевой, две лицевые, раз, два. Следующие 16 петель, раппорт узора.
2 изнаночные, 1, 2, 2 изнаночные перенести на дополнительную спицу за работу. Следующие 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные на рабочую вернуть и провязать их изнаночными, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые перенести на дополнительную спицу перед работой, провязать следующие 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые вернуть на рабочую спицу и провязать их лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, и 2 лицевые, 1, 2. Раппорт узора повторить, изнаночный ряд, все петли по рисунку. 9 ряд узора, кромочная, лицевой, 2 лицевые, 1, 2. Раппорт узора, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, и 2 лицевые, 1, 2. Раппорт узора провязать еще раз, следующий 10 изнаночный ряд, все петли по рисунку. И затем смотрите, по этой схеме идут шишечки. Шишечки я пропускаю, и следовательно 11 ряд провязывается также, 13 и 15 ряды провязываются также. Соответственно, изнаночные ряды, все петли по рисунку. Провязываем до 16 ряда включительно. 16 рядов узора я провязала, а далее раппорт высоту повторяется с 3 по 16 ряд включительно. После чего я еще дополнительно провязала раппорт узора в высоту, при этом добавляя разные узоры, чтобы посмотреть, как будет выглядеть данный узор. Но мне все-таки больше нравится так, и весь кардиган я буду провязывать таким узором. После провязывания образца я петли закрыла, и если вы пряжу используете впервые, можете данный образец постирать, погладить, посушить и только после этого приступать к расчету петель. Я же свой образец наколола на гладильную доску иголочками и хорошо его смочила, дала ему высохнуть, и после этого я уже приступаю к расчету петель для кардигана. Ставьте класс к этому видео и пишите в комментариях, в каких изделиях вы будете применять данный узор. А также присоединяйтесь к процессу вязания детского кардигана этим узором. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группы в социальных сетях. Прямые ссылочки на наши группы в описании к этому видео. И тем самым вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!